Я сейчас нахожусь в Японии, и я нахожусь в центре Токио. Здесь проходит Олимпийская неделя, которая сегодня закончилась. Для меня она прошла очень успешно. Я взяла серебряную медаль вместе с Ксенией Курач. И я очень счастлива. И всем аригато, аригато, аригато. Очень большие здания, не по всей Европе, отличное метро. Из них можно увидеть ходячие аниме. Мне здесь очень нравится, классно. Надеюсь, что мне удастся сюда еще приехать. Вот, по поводу канала. Канал, в принципе, достойный. Японцы постарались, чтобы нам было очень комфортно. Сделали отбойники. Дорожки все одинаковые. То есть нет такого выгодная, невыгодная вода. И ветер дует разный, левый, правый, в основном встречный. Классно, еще я гоняла сегодня в драконах в команде японцев, и мы победили десятка драконов. Это лучшие. Спасибо всем, пока!